Здравствуйте, друзья. У нас Андрей размешивает что-то в баночке. Это праймер. Это праймер. Так, ну вот и вы видите стены, как бы глазом зацепиться не за что, действительно, тут вот даже камера испытывает некоторые неудобства, там, в смысле резкости, что ей тоже надо схватиться за что-то. У нас там есть энтузиаст один, типа, понимает, вот, так он вот все говорит, что камеры не то снимают, вот он тут все говорит, а камеры не то. Эта камера стоит 800 баксов. На которой мы сейчас снимаем, и на которой мы снимали в прошлые разы. Ну, такие обстоятельства, видите? Свет, покрашенность. В общем, вот так вот работает. Да, так что к камере претензий нет. Камера хорошая. Света мало, конечно, я согласен. Тут вот окошечки, там они заляпаны. Так что у нас этот самый праймер, мы когда добьем? Сегодня все уже заканчиваем, будем мыть окна и калкать окна все будем, углы все прокалкать. Калкать это как? Это силиконить, скажем так. Ага. Это по-русски силиконить. Хорошо. Просиликоним все углы, все окна просиликоним. Угу. И все будет готово уже к покраске. Ну вы знаете что, довольно ровненько все получилось, вот я смотрю на стены, правда? Да, неплохо. Потому что когда там шитрак стоял, думаю, боже, чем же все это закончится. Это да. Очень, очень ровненько. Очень хорошо получается. Да. Ну что же, где-то у нас плитка должна на днях пойти, да? Уже сегодня начинаем плитку. Уже плитку привезли, вот она. А, это вот то, что вчера покупали. Да, вчера, которую плитку брали, вот тут вот плитка уже. Так. Сегодня уже будем ложить, вот станок уже поставили, все, сейчас через пару часов будем ложить. Станок плитку. Это имеется в виду пилить ее, пилить да? Пилить плитку, да. Ну давайте посмотрим на станок, который из них станок. Вот он. А, слушайте, это вещь, которую трудно не заметить. Ничего себе. Откуда взялся станок? Ну, это наш. То есть, в смысле, вот у Эдуарда есть? Ну, нет, это Бориса. А, Борис, который ездил со Светой вчера плитку покупать. Да. Да. Да, там есть пазик. Ну, пыльно у вас будет. Не будет он. Он с водой работает, этот станок, и пыли вообще нет. А давайте вы одну плиточку возьмите, да. И я ее покажу, как там, какая плиточка у нас будет. Да, тут я вижу ящичек, так он показывает. Опа-на. Вот такая будет плитка. Вот такая, под деревяшечку. Да. И между ними будет через несколько рядов проходить металлическая каемочка. Да, красиво будет. Будет очень красиво, да. Ну что же, отлично. Ладно, спасибо, спасибо. Вот завтра утром. Уже будет результат. Ну что же, отлично. Завтра утром снимем, если мы тут будем. Мы, может быть, вечером уедем. Ну, да. Ну, посмотрим. Хорошо, спасибочки. Пошли дальше. Вам передавали кучу приветов. Спасибо. Из Казахстана, с Камчатки. Или я там... вчера читал. Читал, да, с Чукотки. Смотрел. Да, в общем, если там был вопрос, как найти Эдуарда, ну, я думаю, когда дело дойдет, вот, да. Пишите, значит, Андрею, там он... Да. А вы напишите какой-нибудь комментарий, чтобы люди знали, какой хорошо, у вас... Хорошо, сегодня прямо напишу. Все, ладно, счастливо. Счастливо.